Здравствуйте, зовут меня Дмитрий, я являюсь тренером Gold Fitness Indigo Life. Сегодня мы проведем тренировку ног в тренажерном зале. Тренировку мы начинаем с приседаний. Приседания классические. Ноги на ширине плеч, пятками давим в пол, колени разводим в стороны. Приседание – это одно из основных упражнений, в котором задействовано очень много мышц, как больших, так и малых. Работает в основном квадрицепс, синергистами выступает большая ягодичная, приводящие мышцы бедра, а также камбаловидные мышцы. Движение является многосоставным, вовлекается в работу большое количество крупных и мелких мышц. Следующее упражнение мы будем делать выпады с гантелями. При выпадах у нас работает квадрицепс бедра, задняя группа мышц, большая ягодичная. Наша основная задача, чтобы переднее колено не выходило за носок и голень была перпендикулярна полу. Следующее упражнение на заднюю поверхность бедра мы его будем делать сгибанием лежа ног в тренажере. В этом упражнении работают задние группы мышц и икроножные мышцы. Мы здесь делаем упражнение сгибания лежа. Если у вас проблемы с поясницей, вы можете делать это упражнение сидя. Продолжаем работу на заднюю поверхность бедра. Следующее упражнение – румынская тяга. Хорошо работают средние и малые ягодичные, задние группы мышц бедра, икроножные мышцы. Самое главное в этом упражнении – сохранять поясничный прогиб. Итак, сегодня мы показали вам основные упражнения для укрепления мышц ног. Эти упражнения важны как для женщин, так и для мужчин. Как для набора мышечной массы, так и для укрепления мышц. И в целях реабилитации эти упражнения тоже необходимы. А я Алена, и я тоже умею разговаривать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.